Привет всем! Прибыли мы вот в такое вот красивое, замечательное место. Это озерцо, здесь должен водиться карасик. Кто смотрит мои видео, уже не раз, наверное, это озеро видели. Называется оно Лунный камень. Приехали в этом году мы сюда в первый раз. Посмотрим, может быть, что-нибудь да поймаем. Начинаем располагаться. Выбрал себе вот такое вот местечко. Рыбачить буду на доночку и на поплавочную удочку. Время 6 утра. Одну удочку закинул. Все как всегда по классике. Два крючка, два червячка. И прикормка карп-карась. И брат решил порыбачить сегодня на поплавочку. Вот и первый трофей. Правда, за пузо зацепился. На что взял? На перловочку. Еще один карасик на удочку попался. На донке пока только клюет. Но еще ни одной рыбки не поймал. Вот брат словил двух карасиков именно вот на эту перловку, которую я вчера готовил. Есть вроде. Ротан. Два ротана. Ха-ха. На перловку, значит, фигачит карасик. А на червей цепляются вот такие вот заразы. Ну, ротан тоже вкусный. Ловись, рыбка большая и маленькая. Что-то вроде зацепилось. И опять очередной ротан. Такой вот. На червя. Вот у брата попался ротанище. Вот для сравнения рука. Вот какой жирный. Ну, раз на червя ловятся одни ротаны, попробуем одеть перловочку на один крючок. Это уже карасик. Узнаю эти поклевки. Первый карасик за сегодня. Посмотрим, кто клюнул. Он и клюнул. Но очередной ротан. И опять зубастый мне попался. Но мощный. Вот такой вот. Карась и ротан дуплетом. Вот такой вот карасик. Ага. Опять дуплетом два ротана.
все в тине. Так, ну что, друзья, нарыбачились мы. Время 12 часов дня. Сейчас у нас начинается уже ужасная жара. Сегодня 36 градусов передают днем. Так что будем собираться мы потихоньку домой. Вот такой вот уловчик у меня получился, короче, сегодня. Конечно же, это немного, но на уху все равно есть. Рыбалкой остался доволен. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Всем пока и до новых хороших видео. Всем удачи!